уже жарко очень, но мы поздно вышли на море. Хотим покупаться. Вроде сегодня вода как теплая, поэтому сейчас быстренько прямиком в море. Мне сегодня, видите, какая юбка на мне одета. Вкусная юбка китайская. Жарко. А мы тут и тут идти вот буквально минут 10, наверное, пешочком таким. Быстро-быстро по прямой прям. А что это? И мы доходим до моря. Снимаю вам море. Смотрите, стоя на свободе коровка. Божья коровка, улитина, небка. И неси нам хлеба, только не горелого, а черного и белого. Вон, видишь? Что-то не улетает. Видишь? Видела? Да, она все, но у нас тоже в море не захотела купаться, да? Да, холон. Ну нормально водичка. Катюш, аккуратненько, не разобей. Фу, Катя, выкинь это. Что? Не, мокрые ручки тебе нельзя, Катюш. Да? Поиграй в водичку, Катюш. Давай, раз, два, три. Молодец, умничка. Давай на подушечку, поплыли. Да. Аккуратно. Я как он на тебя смотрит. Не страшно?
У кого шестерка? А что переводится? Может, не переводного? А? Может, не переводного? А, мы не в переводном? Нет. А, ну... Давайте, 6, 7, 8, 9, у кого? Так, 6 есть у кого? Нет? Нету. 7 есть у кого? Нету. 8 есть? 8 у меня, я начинаю. Настя, она не настоящая? Нет, а настоящих боишься? Играется. Мы с Ванькой вышли. Дама. Ну кто же дурак? Катю, держите. Кто же дурак будет? Ну что ее держать? Лежит и лежит. Мам, ну покажи свои карты. Позор. Девятка? Нет, нет. Как мой сегодня. Дама. Спасибо за тузики. Да, туз сыграла нам. Ну хорошо, что у меня были, видишь, парные. Парные, да. Катюш, ты сегодня, Катюш, ты сегодня с бабушкой это самое, в одной цветовой гамме. Да. Заметила, мам? У нас сегодня дождь, видите, идет. И мы в беседке сидим. Играем в карты. Играем в карты. В Анапе дождь. Как это странно и необычно. А как хорошо, прохладно. Ага. Цветочки. Да. Подгорели немножко, надо отдохнуть. Уйдет солнце. Да, я вчера сгорела. Сейчас Ваня все это заберет, отбейся только эта карта, и я тебе его кину. А кто там? Танцы? Да? Мазала, кстати. Настене мажем. Покусали Насенка тебя, да? Да. Зато у Катюшки ни одного укуса, да? Катя зато. Катюша молочный поросенок, ее не кусает. Наоборот, ее должны кусать. Едем на аттракционок. Вот какой у меня дракон на руке. Обалдеть. Татушка. Я тоже себе хочу, Настена, крутую татушку. Ничего себе, ты вообще такая рокерша. У меня там еще есть. Мам, ты видела? Ты видела, как она все на рокерша? А это наша Наталья Михайловна. Красотка, обгоревшая, красная, красномордная. Так, да, мам? Мама. Покажи себя. Мама. Мам. Я, наверное, поеду на аттракцион, все упадут в омрак из-за татушки. Думаешь? Конечно, такая девочка маленькая, с татушками, крутая. Точно упадут, да. Может быть, нам тоже налепить, мам? Ну, я думаю, что можно. У нас есть, кстати, татушки. А ну-ка, давай татушки, пока папа не закрыл номер. Давай. Ну, принеси татушки. Я тоже хочу на сегодня на руку набить, давай. Мы будем все ходить с татушками. Куда пошла? К папе иди. Забыла, где номер находится? В номере, конечно. Катюша, и тебе, может, тоже наклею какую-нибудь татушку? Да. Ой, еще платье вообще квадратное ей стало. Ужас. Потолстела, да? Давай спросим у зрителей, маме стоит худеть или нет? Конечно, стоит. Живот вырос. Ну, прям толстуха еще та. Улыбнись. Надо худеть. Ну, давай, будем татушки. У меня сегодня платье такое розовое. Я, наверное, себе выберу такого скорпиона с красной розой. Как думаешь, красиво будет? Да. А Катюшке давай маленького скорпиончика наклеим на ручку. А ты где? Полегонечку, потихонечку, тихо. Оп. Та-дам! Вау! Крутая татушка! Маленький вот. Скорпиончик у тебя сейчас. Подожди. Давай. Выжимай. Да ты чего, зайка? Это же водичка. Ты чего, солнышко? Ты чего? Все. А в бассейне купаться, прыгать ты не боишься? Ладно, пойдемте. Все. Это у нас тут перекресток. Туда мы идем на море, а это практически центр. И тут идет главный проспект. Мы будем покупать мороженое сейчас. С жвачкой? Заказали себе мороженое. Настена, он полезный. Вот. Сейчас посмотрим, как она. А сколько тут, интересно, по времени? Сейчас придут. Они сейчас все будут. Опа, я тоже. Опа.
пришли мы снять деньги с карточки. Смотрите, какая очередь в Сбербанк. Тут их очень мало, поэтому все, кто едут в Анапу, не знаю, в ДМТ, обязательно берите наличку, потому что тут проблема со снятием денег. Садись на лавочку, Ну что, наигралась? Доча, подвинься. Доча, наигралась? Настя, он вся мокрая у нас вообще. Отдохни, полежи. Придется мыться сейчас, да? Красотки мои. Катюша, одевай себе на голову, я посмотрю. Ой, ну какая красота. Пока одела это сама. Ой! Катюша, а теперь я выключу свет. Смотрите. Ой! Прелесть. Как две бабочки полетели. Ой, одна бабочка затухла, вторая тоже. Ну-ка. Катюш. Минималус. Минималус, будешь шашлык? Кушаем шашлык. Лапшу. И пиво. А я пришла. Ну, вкусно, Настя? Ой, еще одна пришла. Ой, куколка, Катюш. Ой, куколка. У Кати хвостики уже такие. Махай. Сейчас я, Катюш, тебе сниму. Катя, прическа такая.